прохлада наступила наконец, да? Добился своего. Я-то здесь при чем? Это Ижевск. Это Ижевск. Сейчас 6 утра. У нас здесь весь световой день. Здесь пасмурно. 16 градусов. И сегодня воскресенье. Не работают музеи, которые мне нужны были. Чем будут заняться? Давай сначала найдем, где можно попить кофе. Элементарно. Окей, принято. Вот сразу понятно, что приехали в Ижевск. Выходишь, а тут Иж. А еще выходишь, а у тебя на вокзале буквы отвалились. Р-городный вокал. Окей. Надеюсь, тут будет не слишком дыряво. Тишина, полное спокойствие. Не как на теплоходе, конечно, но тоже тишина и спокойствие. Капающий нет. Дождь, редкие трамваи и повсюду встречающиеся ежаки. Вот так нас встретил Ижевск. Ижевск отдувается за все города по части нехватки автомобилей «Москвич». Да, и за всю жару. Где было жарко, так теперь здесь будет сыро. А еще все закрыто нахрен, потому что еще не время просыпаться для людей. Вот так. Поэтому идем просто. Просто идем. И с тоской смотрим на пивные ларечки, потому что сейчас душа просит. Просит душа чего-нибудь согревающего, но не пиво. Но они все закрыты, один хер. Так что, бля, ну и Ижевске. Давай запустим салюты в честь нашего прибытия. Салют в нашу честь. Ждем трамвая. Да, прямо возле рельс. Между ними. Так точно не проедет. Мимо. Не, ну его нахрен. Поехали на трамвае. О, опять ежок. На этот раз комби. Не подвергайте свою жизнь Ижевск, детка. Ничего не понятно, куда двигать, но зато я шел мимо Удмуртского университета и понял, что тут люди творческие обитают, шарят за мемасы, тарелки с вилками, отжимался 20 раз, например. Вот. Короче, спорт процветает. Здесь рядом ледовая арена. Вот. Такие парни здесь изображены, прекрасные, спортивные. Вообще отлично. Хорошая достопримечательность. Мне понравилось. Больше я не знаю, что здесь смотреть. Все улицы пусты, потому что все нормальные люди спят, а мы шарахаемся. Как я уже примерно смог почувствовать, глобально делать здесь нечего, если вы не фанат Калашникова и автозавода Иж, и мотоциклов Иж. Как я уже могла почувствовать, Саня в этом городе уже столько матерится всего за полтора часа утра, сколько за все предыдущие города, наверное, не матерился. Это ли не показатель? Да нет, был же Саратов. Ну, нет, нет, ты там так не матерился. У меня там времени не было, я не успел ничего понять. Да, там ты понял, что ты приехал на час, а здесь тебе надо проводить целый день. И туда ты приехал не в 5 утра по московскому, а мы еще не успели перейти с московского вообще-то. Поэтому мы встали сегодня в 4 утра. Да, вот. Классно было. И чего бы ради. Материться хочется, реально. Ну, как минимум одну достопримечательность мы нашли, вот. Крокодил, да. Ну и вообще в целом есть крутые башенки, вот такие заброшенные. Светофоры разговаривающие.
Но я хочу поесть, я пойду вот в пиццерию. Ты пойдешь в пиццерию? Конечно, я хочу поесть, погреться и попить кофе. Да, потому что холодно на самом деле немножко. Я даже мечтаю о шапке. Юля-то вот молодец. В Сочи я над ней смеялся. А теперь понимаю. Ну что, поели? Поели. Пошли уже смотреть город. Пошли, тут снова дождь. Ничего не изменилось. Кроме того, что открылось... Основная часть магазинов, в общем, можно иногда куда-то зайти теперь спокойно и хотя бы укрыться от дождя или погреться. Ну да, что-нибудь съесть, например. В этом городе можно есть, пить и ходить. Да по-любому. Нет, ну, конечно, жить стало веселее, безусловно, но музей автомобильный... От этого не открылся. От этого не открылся, да, потому что... Ну, вот так бывает. Не все возможно подгадать, не все можно увязать. Так уж вышло, что у нас именно вот сегодня выпал этот город. И, блин, самое главное в нем вот... Закрыто. Закрыто. И наверняка такая ситуация повторится еще не раз. И туда пробраться нельзя, как в Калининграде, так, через заборчик. Вот. Ну, ладно, мы пойдем в единственный открывшийся музей сегодня здесь. Это музей Калашникова. Ну что, ситуация начинает выправляться, отчасти благодаря сытому желудочку. А во-вторых, здесь стало красиво, газончик хороший, все ухожено, два храма рядом, довольно примечательные и красивые. Вот, также рядом находится наш музей, куда мы идем, но он открывается в 11, а сейчас 10 с небольшим, придется потанцевать. Но в целом уже не так паскудно себя ощущаешь, как с утра. Еще здесь вкусная пицца, я должна сказать. Да, мы поели вкусная, пиццу. Вкусная, недорогая пицца. И было хорошо. Называется «Еще кусочек». Башенка водонапорная, старая, интересная. А здесь дома старые, такие прям true original, old school. А вот музей. Еще, оказывается, в музее можно было пострелять из настоящего оружия огнестрельного, но для этого требуются права. А я, конечно, гениальный человек, подумал, я же на поездах еду в поездку, зачем мне права? Ну вот, Ижевск для меня город бездарно упущенных возможностей. Экспозиция музея не очень большая, но достаточно интересная, особенно если не пропускать автоматы электрические эти с экранами, на которых можно почитать о биографии самого Калашникова, потому что там очень много интересных моментов, если действительно в это вдуматься. Вот. В его семье было 18 детей, ну не все из них выжили. В общем, если на сегодняшний день это представить, можно загрузиться минут на 10 просто. Как это сделала Юля. И посидеть, просто подумать о том, ну так, просто попримерять, как это так вообще на сегодняшний день возможно. Это люди, которые жили в то время. Ну, надо сказать, что это в семье, в которой он сам родился, а да, не да, которую да. создал. Не у него, в смысле, а... Да. Там вот. Родить 18 детей, похоронить 10 из них, там, иметь трех Николаев, двух Иванов, там, и одних... Только в одном экземпляре они выжили. Ну, что-то как-то жестко, в общем, на день сегодняшний нам показалось. Но, тем не менее... Музей понравился нам, вход стоит 150 рублей, и главное в нем даже не куча автоматов, которые висят на стенах. Это люди, история, нравы, понятия, ценности. Короче, судьба одного человека, как и написано. Люди такие одинокие сейчас на вот этой карусели крутятся среди серого неба, вот, в холоде, на ветру. И, короче, им холодно. Но они там как настоящие сибиряки. Блин, мы же еще не в Сибири, но тем не менее. Вот они там отдыхают и крутятся. Вот, а мы спускаемся на набережную. Большого-большого огромного пруда, озера. Ну посмотрим, в общем, говорят, что у этого озера есть экологические проблемы.
но я не собираюсь в нем купаться, поэтому меня сейчас это не пугает. Это главный корпус оружейного завода Ижевска. Вот. Но он пребывает в не самом лучшем состоянии. А еще как бы на нем растут деревья. Что в целом здание историческое, но пребывает в не самом лучшем виде. Зато там есть часы со стрелками, которые никто еще до сих пор не украл. Вот. Юля смотрит на это все и в шоке. Но в целом мы сошлись на том, что погода для осмотра Ижевска очень... Самая подходящая. Самая подходящая, да. Здесь, правда, ветер дует, но в целом не очень холодно стало теперь. Наше мнение, в принципе, выровнялось и уже скорее положительное. Вот, мне даже нравится здесь. Здесь вполне можно обернуться одним днем. Вот, к сожалению, в музей автомобильного завода я не попаду, как я уже сказал. Но в остальном... Зачем вы вообще сюда приехали? Ну, потому что это такая перевалочная точка. И вот, приехали, потому что хотели побывать в Ижевске. Мы побывали. В принципе, если так вот не баловаться, то все с ним нормально. Вот честно, в Саратове у меня было потяжелее настроение. Да, согласен. Здесь еще просто ранний подъем повлиял. Так-то ничего, прикольно, ребят. Кто здесь живет, у вас довольно классная набережная. Чаечки летают, набережная красивая. Опять же, история, да? Да. Для нас, как для... Да, я уверен, что все вы ждете шутки про ижанит и ржавчину. Ну ладно, хорошо, сейчас будут. Короче, на берегу ржавой-ржавой воды стояли ржавые-ржавые скульптуры. Как же по-другому может быть в Ижевске, скажете вы? Тут уж не до шуток, ребята. Скульптуры-то действительно ржавые. Скульптуры выполнены в прогрессивном жанре ижанит-арт. Вот, например, ржавая корова. Наиболее бдительные зрители даже найдут детали от москвича. Или от трактора. Кому что нужно. Можно покрутить ее за хвост. Коровам хвосты и крути на поле. Я раньше этим никогда не занималась. Ну или вот, например. Какая, а? Скульптура-то. А это что? Ёж? Ну, в принципе, можно согласиться. А такой авангардистский ёж. Да. Для отчаянных ребят можно даже ехать на мотоцикле специального изготовления. Прямо вот специальный сгнивающий на ходу мотоцикл. Ну, я знаю, что шутки про ржавчину, они не очень смешные, тем более уже сейчас, но, в принципе, мотоцикл годный. Ну или вот такой вот металлический братан. Это вообще крутой мужик. А этот богатырь, используя стритовый байк фирмы Иш, загарпунил вот такого шнекоходного крокодила. Где вы еще увидите такое? Ну, тут рядом еще есть заржавевший пивной завод старый. Даже трансформеры здесь всяческого рода имеют фирменные детали. Ну а здесь вы уж сами смотрите. Я думаю, что это что-то из щелкунчика. Крыса, которая все время за ним охотилась. Сцепление глаза и щелкунчик. С руками из выхлопных труб. Ну... Сами понимаете.
Этот шедевр заслуживает пристального рассмотрения. Ладно, уговорили. Здесь классно. И жанитовый рояль. Ижик, Ижик, где ты был? Я в Ижевске воду пил. Так вот, кто разрушает наши автомобили. Может быть. Зловредина мелкая. Да ладно, он прикольный. Распогодилось, очень даже стало тепло, даже жарко. Сняли куртки и шапки, да. Делюсь с вами таким наблюдением. Вот если в Казани все было там с приставкой ТАТ, ТАТ нефть, ТАТ фуд, ТАТ мак, то здесь все с приставкой ИЖ, ИЖ пак, ИЖ, не знаю, мак, наверное, есть тоже. Вот. А в Самаре все было ладья, 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 ладья. А вы любите Ижевск? Мы вот в раздумьях. Ну, скорее да, чем нет. Нормально. Нам он нравится. Хорошо, клумбочки, вот, все. Ребят, мы собрались посмотреть кино. И, короче, какой у нас там 7-й ряд? Да. 7-й ряд, какие места? 7-й. Как это вычислить? 7-е. Вот, а весь прикол в том, что мы тут тупо одни. Вот. Максимально одни, короче, в кинотеатре. Устроим бордель. Да не то слово. Возможности широчайшие. Будем смотреть боевичок. Али Рули. Понятия не имею про что там. Хотел посмотреть игрушек, историю 4. Но, ну все, ладно. Короче, в это время нет сеанса просто. Будем смотреть. Короче, я в Ижевске. Ем ижанитовый батон, потому что он ржаной. Не так, не так. Мы... Ржаной хлеб. Ржаной хлеб. Вот, что-то у меня такая невыразимая легкость бытия. Мы смотрели киноху в Ижевске. А сейчас мы идем деле, на поезд. Да, на самом деле киноха обычная такая, ну типа проходная рядовая киноха, но в целом ну, как бы норм. Мы провели время. Развлечься нормально. Да. Похихикали там, да. А все нормально, мы в Ижевске, блин. И чувствуем себя органично. Побыли здесь всего день, но пусть даже мне не удалось достичь музея, но мне же все-таки понравилось тут. Здесь прикольно. Нет. Я не скажу, что это топчик, я не скажу, что это супер туристический город, но здесь было легко. Легко и беззаботно. Да, нормально. Мы будем вспоминать его теплом. Да, нормально. В положительных отношениях я буду вспоминать его. Да, определенно. Вот, короче, а потом мы пошли в аэропорт, купили билеты в Париж. Париж. Внезапно, да? Из Ижевска в Париж. И оказались в Париже. Красота. Саша, я всю жизнь мечтала побывать оказаться в Париже. Короче, блядь, доставай багет. Багет. Доставай багет. Мы в Париже. Где он? Где багет? Доставай пакет с пятерочки. С карусели. Где что? Багет? Что? Это Париж. Блин, багет. И хруст французской булки. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Переулки. Как упоительные в Ижевске вечера. В Париже. А, да. Ну вот это все. Вот представляете, что было утром? Утром мне казалось, да. Утром мне казалось, что Ижевск будет неприветливым и ужасным городом для нас. А сейчас, сейчас он кажется... Сейчас так здорово. Сейчас здорово. А знаете, что я еще хочу сказать? Несмотря на эти все неувязки, типа там, мне здесь очень комфортно температурным образом.
То есть, короче, здесь настолько приятная температура для меня, что я иду, и мне хорошо. Я в футболке, и мне не жарко, не холодно, а именно так, как должно быть. А мне это довольно трудно достичь, потому что я критичен к этому. Парняги и девчата, если смотрите. Дальше мы углубляемся в глушь. В дебри. В дебри. Да нет, в следующий раз ты не совсем в дебри. Ну, нормальный вообще-то город, для москвичей, да? Уже и дебри. Мы отправляемся на вокзал на трамвае. Ну вот и прыгай в него. Давай. Отличные места. О, нормуль. Ну так вот, значит, пришли мы на рыгородный вокал снова и хотим сесть на свой поезд, но до него вот беда. Еще 2 часа, а еще у нас энергопроблемы. У нас сели все пауэрбанки и сели все зарядки, и все телефоны, и все фотоаппараты. Поэтому нужно заряжать их, короче, прямо сейчас. Попробуем найти зарядку на вокзале, а иначе нам не выжить. Романтичный отъезд из Ижевска. Мы итоги-то сказали? Да, в целом сказали. Ну да, в целом сказали. Скажем еще, что у нас вагон интересный. Такой опять тверской, с какими-то странными светильничками, без света. И в остальном вообще призабавная тема. Опять окна, наверное, не закрываются. Короче, фиг поймешь. Ковыренные какие-то старинные тверские вагоны. Жесть. Ну, не самая жесть, бывает пожестче, конечно. Ну, что имеем? Ладно, до завтра. Спокойной ночи.